Всем хорошего дня, доброе утро, ребят. Я только недавно поднялся. Хочу вам показать нашу погоду. Смотрите, ребят. Погода испортилась. Опять испортилась. Смотрите, какая грязь. А вон там, вон, смотрите, снежочек. Вон он, эти белики. Да. Все испортилось опять. Вчера было так, знаете, вот, я думал, будет тепло на солнышке, так светило, вон эти, все это, голуби летают, я чайник поставил, сейчас будем кофе пить, сейчас достанем кофе, что там у нас, вот, давай, вот тут у нас кофе. Сейчас кофе попьем. В такую погоду. Сегодня 2 мая. Кстати. Сегодня прям вот ветер такой, прям и дождь. Дождь со снегом. Ну что, девочки, мальчики, кофе наш. Чаёк сейчас попьем. Горяченький. Такую мясную погоду. Дома. Надо сидеть. Дома. Дома надо сидеть. Да? Ой. Да, милые мои зрители. Сиди, моя любимая. Так, моя, кстати. Надо же. 2 мая. Там тортик у меня еще. Ну я уже так не хочу, уже этот торт есть. Надо делать торты маленькие такие для меня. А то я, понимаете, я как и начну их стряпать, эти торты. Торт такой, торт такой, торт такой. Это две пирожки. Господи. А не толстею, смотрите. Ну не толстею. Другие едят. Такие огромные бывают. Ну, просто ужасно. Ну, вот там по 350, ага. А я, блин, вот это... Сколько я? 65 вешу, да? Так что, милые мои, ем и худею. И всем хорошего настроения, добра и позитива вам. И пусть будет...